то сейчас один глоточек сделал, сейчас он понегут. Так, уйдет мне буду и туда. 84-150. Получилось даже легче, чем планировал. Сейчас запускаем, да? Сейчас я возьму. Телефон 150 грамм весит, ну да. 800-900. Это телефон 500 грамм весит, прикинь. На 250 или 350. Надо что-то надо, да, конечно, Александр, как? А где? Вот все, с нами еще поговорим. Все? Еще раз попробуем. На ваш какой вопрос скажу. Хотите вернуть вкус к жизни, удовольствие? Просто не попейте хотя бы день. Вот я это делаю где-то раз в неделю, голодание сухое. Потом, знаешь, берешь водичку, это просто наслаждение. Пару глотков, и какая жизнь прекрасная. По ощущениям тебе это не очень тяжело дается? Нет, ну я говорил, что мне на самом деле, я же показывал свой вес, когда начались разговоры, особенно от Асламбека. Да он там за 90, сначала он где-то 90, потом за 90 весит, потом туда. Я же показал специально. Я не тренировался, встал на весы, 89-700 у меня было. Ну вот прикидывай, 89-700, ну это 2 дня. Вот я приехал сюда, сколько мы начали гонять, я сколько весил? 89, наверное. Ну 89, я вот приехал, я же, смотри, у меня-то было, если сами можете посмотреть, то есть я приехал сюда за 2 дня. Не 5 числа, я приехал сюда 7 вечером, да? Ну просто я был занят чуть-чуть, мне не до сгонки было. Понимаешь, я бы не ходил бы в таком же состоянии, понимаешь, в Кремле. Ну, я себя чувствовал не очень. А так я спокойно мог и туда поехать, и сюда заехать потом. А ты, получается, вот крюк сделал, да? То есть сначала из Омска полетел в Москву. Да? Не, ну это не такой уж круг. Крюк, да, остался там просто и все. На 2 дня. Не проблемно это в неделю бой. Ну я же говорю, если бы я гонял жестко, наверное. Ну видишь, я никогда в жизни жестко не гонял. Поэтому мне сложно как-то делать выводы, то, что я не делал. Как тебе Куат визуально? Поздоровались и ты оценил состояние? Слушай, ну я же тоже говорил, вот говорят, он боец, который поднимается на 2 категории. Но куда он поднимается? Ему даже спускаться приходилось. Я не знаю, вот кстати, вот Алексей стоит, вы чуть-чуть это не досмотрели. Поставили бы весы в студию, вот мы в студии бы встали, и мы бы тогда зафиксировали, откуда мы начинаем опускаться. Вот тогда нужно было понимание. Сейчас вы здесь тоже видели, то есть человек не весит там 75 килограмм, он весит почти 84, правильно? Mm-hmm. То есть он все равно сбрасывал. Ну о каких этих весах, каких-то сильных разниц можем говорить? Поэтому примерный паритет. Если бы я тоже, знаешь, скидывал там со 102, ну тогда да. И сейчас бы набрал бы, тоже весил бы, не знаю там. Ну видно же по мне. Mm-hmm. Стабильно. Почему вот вы никогда не рассматривали возможность согнать 77 и выступать там? Ведь нафига? Ну, просто интересная позиция. Ну, тогда бы, я сложно сказать. Считаю, что они мелкие, эти 77. Как-то неохота быть самым мелким. А никогда не прикидывал, как бы ты себя чувствовал, гоняя в 77? Ну, наверное, вот судя по теории, мне было бы проще. Почему? Потому что у меня было бы преимущество в росте, в этом весе. 84 у меня преимущество в росте, ну, не всегда, очень редко. А это, ну, такое... Ну, такое существенное преимущество. Ну, я бы, скорее всего, нормально бы скинул. Я даже всегда, знаешь, скидываю, смотрю, я уже вес сделал, у меня такие мысли. Блин, так у меня еще и силы дальше пойти. Вопрос, а зачем? А вот раз за карьеру была тяжелая сгонка? Ну, или не тяжелая, но когда заставила прям терять силы? Да они все заставляют терять силы, это же дисциплина. Самое сложное, пойми, это дисциплина. Вот, например, каждый раз я ложусь спать, я не сплю. Но не сплю, я хочу пить. Я начинаю вспоминать из своей жизни те места, где я был на источниках, вот честно. Вот сейчас я опять вот прям собираюсь поехать на Алтай. Почему, знаешь? Потому что я вспоминаю вкус той воды из источника, из-под земли, которую я пил. Потом я Армению вспоминаю, где этот источник. Киргизию, когда вообще давным-давно.
Этот я набрал бутылку воды, с собой ее нес, но она тяжелая была, мотурист 2. Я выкинул ее там буквально через 2 килограмма, чтобы не нести. Понимаешь? А сейчас бы я это не сделал, я бы всю бы ее выпил. Поэтому, ну вот как сказать, тяжелый и не тяжелый, мне не с чем сравнивать. Для меня это в принципе нормально. Но все равно это тяжело. А, ну представь, тебе за один день нужно скинуть, все равно как ни крути, 6 килограмм. Ну их же надо как-то скинуть. Но вот кто хочет попробовать, пусть попробуйте. Не 10 килограмм, хотя бы, ну-ка, за один день. Ну так. Как думаешь, в бою кто будет больше весить, ты или Бон? Ну я, конечно, буду больше весить. Но он сейчас поднимется, может быть, я думаю, до 88 максимум. Ну хотя, ну то буду весить там на килограмм больше, несущественно. Не мое. Я бы хотел, если бы я сейчас весил сотку, но я не буду столько весить. Я никогда столько не вешу. Обычно я вешу 88. Ну, 89 максимум.